А когда идешь по льду, начинаешь его не просто слышать, а ты начинаешь его слушать, как какой-то живой организм. Главная интрига выбранного командой маршрута – первопрохождение по замерзшему руслу реки Завхан-Гол вдоль песков Монгол-Элс. Именно поэтому экспедиция была назначена на зимнее время. Да и к тому же в традициях клубов «Алтай-4х4» и «Русский экстрим» нарушать эти самые традиции. Ни одной зимней экспедиции нету в Монголии. То есть даже по интернету начали собирать информацию, кто, ну, какая погода в Монголии зимой. Снега там или еще что-нибудь, мороз. Не нашли информацию, то есть мы решили это посмотреть. Всего по территории Монголии пройдено более 2000 километров. 3 полевых ночевки в 30-градусный мороз добавили команде впечатлений. Команда великолепная. Ну, здесь, во-первых, есть люди, с кем я уже ходил, шестую категорию, которая составляет ядро этой компании, проверенные. Ну и новички ничем себя, кстати, не подвели, не показали себя плохой стороны. Особенно радуют девушки. Все, видимо, уже не раз ходили в таких, были перекрутасах. Все работают. Теперь остается ждать решения жюри и надеяться на то, что полное первопрохождение по Монголии принесет команде призовое место в чемпионате России. Информационную поддержку экспедиции оказывает Сибирская медиагруппа. В составе команды маршрутом первопрохода прошла съемочная группа телекомпании ТВ-ком из Бийска. Марина Волкова, Татьяна Усачева. Наши новости.